Я думаю, они когда-то вернутся к этому диалогу. Они не будут вечно так. Ну нет, конечно, не навсегда. Навсегда ничего не бывает. Просто Запад изменится, и мы изменимся. Ну, я думаю, на сегодняшний день да. А в перспективе, в дальнейшем, я думаю, все восстановится. Запад сам к нам будет проситься. Если будет навсегда закончено, тогда это будет Третья мировая война. Я бы и не хотел ее вот обновлять, вот, по личному моему отношению. Запад никогда нам хорошего не приносил. Я думаю, что нет, что изменится все. Сменится правительство или что-то изменится, и мы достигнем новых взаимодействий. Мы уже раньше как бы жили в изоляции, потом сотрудничали. Сейчас снова в изоляции поживем. Они же не хотят с нами сотрудничать. А зачем нарываться? Пусть приходят, поговорим. Я с этим не согласна. Потому что с Западом нужно дружить.